На территории Одинцовского района в единый день голосования работало 213 избирательных участков. Все они закрылись ровно в 20:00, и комиссии начали подсчет голосов. Согласно данным Мособлизбиркома, по состоянию на 18 часов явка по нашему муниципалитету составила 38,26%. По итогам обработки 100% протоколов на выборах главы Московской области победил кандидат Андрей Воробьев. Он набрал 62,52%. Таким образом, за него проголосовали 133 829 избирателей. В 22 часа Андрей Воробьев прибыл в региональный ситуационный центр по выборам, который располагался в Одинцовском волейбольном центре. Кандидата от партии «Единая Россия» приветствовали около 500 волонтеров предвыборного штаба, а также актеры, политологи, спортсмены и политические деятели. Свою речь Андрей Юрьевич начал со слов благодарности ко всем участникам этой кампании, как самым молодым, так и уже опытным. Также он обратился к своим конкурентам на выборах, выразив им признательность за достойную борьбу. Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».